Доброе утро, мои хорошие, мои дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, мои подписчики на Ютубе. Все время забываю, как его звать. Голова Садовая, тетя Таня. Подписывайтесь на канал, вы там найдете очень много интересного. Смотрите, это Уильям Шекспир. Посмотрите, какие красивые у них бутоны. Да, эта роза относится к серии «Английские розы». Да и само название вам уже напоминает, да? Трагедии Уильяма Шекспира. Значит, чего про розы-то мы сегодня? Да вот того, что розы сейчас, да, конец августа, да, начало сентября, они цветут очень буйно. Кто-то отцветает, кто-то зацветает. Бутонов на английских розах. Но это тоже серия флорибунда, то есть многоцветковые. Чем отличаются английские розы от просто флорибунды многоцветковые? А тем, что у них цветы-то очень крупные. Да, они плоские, невысокие бутоны, но очень крупные. И это все расцветет. Что же делать с розой, когда она отцветает? Вот эти еще не отцветают, а я хочу показать на примере вот этой розы. Это парковая роза, это канатка. Да, отцветает. А вот с этой стороны, смотрите. Видите, я ее обрезала, когда первое цветение было. Она выбросила ветку и вся в бутонах. Но это отцветает. Так вот, что делать сейчас с вот этим? Некоторые подходят и делают вот так. И хабась, и отломили. Нет, девочки, как только вы выломаете вот этот вот цветущий, отцветающий бутон, а здесь смотрите, сколько цветов было, она понимает, что вы оторвали и убрали у нее деточек. Я оторву один семенную одну коробочку. Посмотрите, что здесь. Вот она коробочка. Видите? Там семечки, это ее детки. Это продолжение рода. И как ответит роза на это? Понимая, что ее лишили продолжения рода, своих детей, она выбросит снова ветку и снова покроется вся бутонами. Эти-то отцвести успеют. А вот те, которые она выбросит, вот все, что накоплено уже в корневой системе, в корневище, будет истрачено на этот молодой, на эту молодую ветку, на которой тоже будет до 15-20 бутонов. Мы только уберем лепестки, для того, чтобы это не выглядело так неаккуратно. Все лепестки нужно убрать. И с листьев тоже, иначе здесь на листьях, как на лилиях и на розах, разовьется черная гниль. Это печально кончится для всего куста. Кстати сказать, листья и лепестки не должны валяться вот там, около приствольного, в приствольном круге. То есть около веток. Именно они начинают загнивать и вызывают распространение черной гнили. Иногда бывает так, роза погибла, а вы даже не знаете почему. А потому что там оказались сорванные листья и упавшие лепестки. Лучше, если вы руками это сделаете и уберете их подальше от греха. Если роза заболела черной гнилью, тогда ваша задача, пока на ней есть листья, чуть попозже, это где-то к середине сентября, поскольку листья ей все равно надо будет сбросить, но это в случае, если она заболела черной гнилью. Еще раз повторяю, разводите железный купорос примерно 100 грамм на 10 литров воды. Да, и опрыскиваете ее всю прямо, чтобы чуть-чуть подкапывало даже. Листья обожгутся, они отпадут. Но нам уже не страшно. Она все равно их сбросит. Главное, ничего не отрывайте, чтобы она побеги не выбросила. Но 2 года ваша роза черной гнилью болеть не будет. Слышите меня, милые мои, любимые мои? Ну уж не знаю, как вас убедить. Значит, 100 грамм на 10 литров воды. И желательно пролить и ее приствольный круг тоже. У меня тут все растет из травы, чему я очень рада. Руки не дошли до этого куста. Ну, бывает и так. Ничего страшного в этом нет. Ей хорошо, ну а мне еще лучше. Видите, конечно, нужно подставки ставить. У нее столько веток. Она красавица просто. Она не требует укрытия, кстати сказать. Прекрасно зимует. Обрежу ее. Когда? Кто правильно ответил? Конечно, когда наступит низкая отрицательная температура. Она выдержит температуру до минус 19. Но при минус 7
мы имеем право сделать обрезку и укрыть ее, если хотите. Вот сахарный мешок вот так накройте, положите две досточки. Этого достаточно. У розы тоже сухая зима. Ей надо, чтобы воздух проходил, а влага скатывалась. И все будет замечательно. И весной вы их все увидите. Встреча состоится обязательно. Ну, а на этом пока все. Ах, красота какая, правда?